прекрасный какой-то праздник, капустник в театре, и не пригласили двух артистов, трагика и комика. Они сидят в трюме под сценой, значит, у них портвишок, сырочек. А там праздник, там звание заслуженного артиста получает. Они сидят, значит, тишина, крыса какая-то проползла, это самое. И трагик говорит: ну, мы не пригласили. Сука, забыли. А комик говорит: не пригласили, сука. Помнят. Хорошие.